мама и детишки. Добрый день, уважаемые зрители. У Евгения Олеговича Меркуловича, ветеринарного врача, известного брянского, тут наплодились в большом количестве белки. Вот. Тут как бы родители, два штуки и три бельчонка. Вот. Как бы их тут... Эй, белк. Я сейчас возьму на руки. А, не на руки, тут малыши идут хорошо. Кто не знает, я уже снимал про них как-то вот это вот, такая упряжь. Вот. А эти бельчата, они вот ручные. Скажи что-нибудь, белки. Вот. Это чилийская белка, да, правильно? Да. Сколько они живут? Они 8 лет. А, в пределах, да, 8 да, лет? Да, да. До 8 лет. Ну да, прикольно, аккуратненький. Он, конечно, очень шустрый. А его вне клетки, наверное, дом держать нельзя, потому что его ж не поймаешь. Да. Тут вот и дети подходят, смотрят, да. Ну, а кроме колеса у них какие-то... Ну, понятно. У пары у них кроме колеса еще есть развлечения, судя по потоку. Да вот, они детей своих, они там собираются. Дети тоже прыгают, бегают. Да, да, да. Ну, в принципе, она белка, как бы. Там мне, кстати, на прошлом видео кто-то там написал. А надо же ему как-нибудь аккуратнее лапки, а то лапка попадет между этими спицами. Я ему написал, что слышишь, это же белка. Как бы у нее все хорошо, так сказать, с лапами, она на это, в общем-то, приспособлена и заточена. Поесть они тоже любят, да? Да, они уже самостоятельно едят все. Им полтора месяца, но они уже вполне самостоятельные. А что планируете с ними делать, там, раздавать, подать? Да, да. Ну, такой забавный зверь. Ну, опять же, пользуясь случаем, могу сказать, обращайтесь к доброму доктору Евгению Олеговичу, он всех зверет, умеет лечить, выхаживать и так далее. Малыш. Не, а уже малыш-то малыш, а он до самого верха долезает. Поэтому он и белка, конечно. Ну, спортивная, как говорится, семья. Одни спортсмены, турникмены, как бы сейчас сказали. Вон, смотрите, видите, детеныша. Туда же забирается, так же бегает. Ну, они не сидят, не вообще спокойно на месте не сидят. Да, они в постоянном движении.